Ты молодец, у тебя все получится. Давай, удачи. Итак, добрый день, ребята. Меня зовут Кристина Валерьевна. Первый раз в 6 класс, но в роли преподавателя пришла студентка Кристина Черкавская. Она участвует в муниципальном конкурсе, учитель которого ждут. Ее задача – провести урок на тему формирования лидерских качеств. Главное – новые формы подачи и креативность. Ваше задание – придумать идеальную школу. Какая школа в вашем понимании идеальная? Самые внимательные сегодня сидят на последних партах. Это члены жюри оценивают работу учителя по целому списку критериев. Умение поддерживать познавательную активность детей, познавательный интерес, мотивацию, поддерживать себя на культуру речи педагога. Но, пожалуй, главный отзыв конкурсанты ждут все-таки от самих учеников. Спасибо, с вами было очень приятно работать. Ну что, как вам урок? Во! Понравилось? Да! Ну а теперь можно выдохнуть. Первый урок Кристины, похоже, удался. Это огромный опыт и вообще шанс научиться и попрактиковаться. Мы желаем вам удачи. Спасибо. Этот конкурс организовал Крымский инженерно-педагогический университет с управлением образования Симферополя и методическим центром. Участвуют 35 студентов факультетов психологии, дефектологии, истории и филологии. Зайнеп Ибраимова ведет урок крымско-татарской литературы. И хоть я уже давно не школьница, мне не нужно получить 5, я даже, к сожалению, не знаю крымско-татарского языка, но на самом деле даже наблюдать за процессом очень интересно. Во время моей учебы на уроке литературы не показывали видеоролики. Не делали мы и аппликации, а сейчас педагоги стараются интегрировать разные дисциплины. Это новая интерактивная методика – STEM. Это уроки, в которых присутствует межпредметная связь, больше именно направленная на координацию технических каких-то моментов, элементов и, конечно же, больше технологии. И этот урок подошел к концу, теперь ждем результатов. Урок прошел очень хорошо, очень круто. Мне понравилось, потому что во мне даже зажегся такой азарт в дальнейшем еще больше учить и давать знания деткам. Но вам не очень помешал? Нет, я даже не заметила, как вы пошли. Уроки будут проходить до конца недели, после выберут победителя. Студенты, которые справились лучше всех, получат возможность трудоустройства. Екатерина Серегина, Андрей Псом и Влад Мошек. Утро нового дня.